Этот елочный базар на Субсехском шоссе можно считать образцовым. Торговая площадка огорожена, установлена праздничная вывеска. Хвойные деревья распределены по видам. Каждое можно осмотреть со всех сторон. Сосны и ели везут с Урала. Их средняя стоимость 400-500 рублей за дерево. Ассортимент широкий, но важно знать, как правильно выбрать елку и как за ней ухаживать, чтобы хвоя оставалась зеленой и ароматной долгое время. Если проводишь, и если не остается колючек, значит она хорошая. Что она не колется и не осыпается. Поставить ее в ведро либо с землей и поливать, либо с песком. А такие пышные пихты привозят из Дании. Они особенно красивые и не нуждаются в уходе. Дерево легко простоит месяц без грунта и воды. Правда, и стоит такое в разы дороже. Цена начинается от 3000 рублей. Но, тем не менее, спрос и на них высокий. Она отличается от сосны ели тем, что она может долго очень простоять и краситься своей красотой. И она как бы пахнет особым специфическим запахом. На сосне ели такого запаха не бывает. Впрочем, если пихта не по карману, а сосна не радует густым убранством, пышную зеленую красавицу можно собрать и самому из еловых веток. Например, как это делает анапчанка Любовь Спицына. Вот я беру ветви, делаю кибана. У меня огромный такой, традиционно, вот такой большой круг. Ну, в общем, бревно, короче. Я потом просверливаю там дырочки, отверстия и вставляю лапки вот такие. Но какое бы хвойное дерево вы ни выбрали, главное приобрести его на легальном базаре. Это убережет от покупки по завышенной цене, а также гарантирует качество. Наши елочные базары, у каждого имеется выписка, выдана в управлении торговли. Они выглядят соответственно эскизу, который они подавали при подаче заявления. Поэтому наши елочные базары красивые, праздничные, новогодние. Несанкционированная торговля елками у нас пресекается. Выписываются административные штрафы в размере от 2000 до 5000. Легальные елочные базары в городе установлены по улицам Ленина, Чехова, Ивана Голубца, Крымская, Астраханская, на Анапском и Субсехском шоссе. Работать они будут вплоть до 31 декабря. Однако специалисты рекомендуют выбирать елку заранее, пока базары располагают широким ассортиментом, а конкуренция сдерживает цены. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.